Нам надо институт стекла сохранить, трудовой коллектив сберечь. Создадим рабочую группу с участием инвесторов, кредиторов сегодняшних, с тем, чтобы найти решение заключения мирового соглашения на условиях, которые позволят институту дальше работать. Мы должны с вами бороться за предприятие. Нам надо делать все для того, чтобы Саратовская область сохранила институт стекла. Старейший в России. Что касается кредиторов, насколько мне известно, они тоже свою позицию уже высказали в плане необходимости заключения мирового соглашения и поиска решения, которое позволит в течение ближайших 5 лет выполнить обязательства, которые были взяты.